Рассказывает, будучи уже под административным наказанием по похожей причине, сообщил о том, что в торговом центре города Рассказово заложена бомба. В прошлом году такой инцидент наделал много шума. Как среди горожан, так и среди правоохранительных органов. Дело в том, что сотрудникам пришлось отцепить все торговые центры в городе, чтобы предотвратить предполагаемый теракт. В начале декабря 2016 года житель города Рассказово, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил в полицию заведомо ложную информацию. В одном из кафе города Рассказово с целью дезорганизации работы и отвлечения сил правоохранительных органов и специализированных служб, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях, совершил заведомо ложные сообщения об акте терроризма. То есть сообщил заведомо ложную информацию о готовящемся террористическом акте, создающем опасность массовой гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба в результате возможного разрушения зданий торговых центров и рядом стоящих зданий, жилых домов и сооружений. Приехавшие по вызову сотрудники полиции с использованием служебно-розыскных собак установили отсутствие каких-либо взрывчатых веществ и взрывных устройств, в связи с чем сообщение о готовящемся взрыве в торговом центре города Рассказово подтверждено не было и оказалось ложным. Рассказовским районным судом вынесен обвинительный приговор. Рассказовец осужден на 2 года и 24 дня со штрафом в размере 250 000 рублей.